Знаешь, куда мы едем? Красивые места. Связь появилась, я звоню. Я буду редактировать. Ой, да хорошо. Вот, делайте заказ. Вот тут направо тормози здесь. Фоткаемся. Давай где? А, вон озеро, по-моему. Отворотка будет направо, встань туда, где можно. И пофоткаемся. А где? А вон озеро, да. Здесь есть отель, что? Надо сейчас здесь... пока встанем, мы уже. Надо здесь ночевать по-любому. Сейчас спустимся туда, а можно туда? Да просто поедет, уезжай быстро. Быстрее, быстрее. А, ты тут нет дороги вообще. Практически. Всем привет из Йеллоустоуна. Если у нас слушаю, зато, Юру за руль, сразу мы решили остановиться, выйти из машины и сделать селфи. Вот эти вот незабываемые кадры, которые останутся у нас на всю нашу мы жизнь. Мы в Йеллоустоунском парке. Йеллоустоунский парк. Это знаменитый парк Соединенных Штатов Америки, да? Да, один из самых знаменитых. Это не самое входит, красивое входит место в Йеллоустоун-парке. Пятерку красивейших парков мира. Мы это понимаем. Пятерка красивейших парков мира. Мы отдаем себе отчет, что вот то солнышко сейчас зайдет за вот ту маленькую горку. И больше мы ничего заснять уже сегодня не сможем. Вот что-то сейчас видим. Так как будет полиция разбираться, да? Чтобы вы увидели хотя бы травку. Да, да, вы видите травку. Да, только травку. Вы видите травку, озеро и в конце гору, за которой заходит солнце. Итак, у нас закат. Закат в Йеллоустоун парке. Ура, товарищи! Ура! Ура! Кто хочет сказать пару слов об этом значимом событии в его жизни? Юра! Это Юра хочет! Он больше всего хотел сесть! Вы Юру напугали, он чуть не улетел, говорю, он сидел напуганный такой. Потому что резкий поворот, так он, во-первых, туда нельзя ехать, там дальше. Дальше сейчас очень нельзя уже. Юра! Ура! Ура! А второй сзади водитель ехал там так вот, и в машине уже, ну резко так поворот резко. Сзади, сзади, сзади. Да, фура, да, или фура. Так, кто хочет еще высказаться? Внимание! Славик, лучше тебя никто не скажет, еще раз поговори. Давайте я хоть послушаю. Да-да-да, еще раз. Володя, скажи. Супер, покажи пальцем, пальцем. Показываю пальцем. Вы видите, куда он показал? Вон туда. Он всем показал. Сегодня победитель реалити-шоу, Володя Величко. Да, Володя сегодня... Он заработал, Володя, сколько заработал? Володя, давай, расскажи нам чуть-чуть, как это было? Это было охрененно. Твое... $450. Да. Хочется сказать самочувствие, не самочувствие, а твои впечатления. А ты в рубли уже перевел или нет? Сейчас, секундочку. Нет, нет, в рубли. Как? Какие рубли? В доллары? В доллары, в Америке, все в долларах. А, понял, понял. Какие подарки? Знаешь, 10%. На Новый год будут подарки от Деда Мороза, так что все ждем Новый год. Главное, это было тяжело? Нет, это было не тяжело. Каждый сможет с этим справиться, если захочет. Это было то, что ты ждал? Я, в принципе, ничего не ждал. Я же именно... Ждал то, что мне будет дано, а там уже посмотрим. Понял. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. Эдгар хотел сказать пару слов. Я хотел чуть-чуть расстроить зрителей, дорогие мои. Да? Сказать правду. Вот он, вулкан. Где он? Где? Покажи. Где? Вот его очертания. Мы с Сашей определили, что вот он, его очертания. Озеро вот за тем самым. Ребята, это значит, так что вот мы это... там будем еще через пару часов. Эдгар, где? Вот это все вот... только начинается. Вот правее, посмотрите, вот какая все-таки классная все-таки, дорога. Да? И машина вот мчится вот на сюда, всех вот парах там, вот, нам навстречу. Озеро, вот там, вот. Водитель не успел даже помахать. Так там это озеро. Вот что значит. Мы даже выехали, вот. Вон оно, оно. За этими деревьями начинается, за этими домами. Посмотрите на этот загадочный взгляд. Слава! Сказать. Вот что значит руссо-туриста, так? Приехали. Ты сюда? Сюда приехали. Ну да. Слышь, мне нравится, вот что значит руссо-туриста. Короче, увидела ручеек небольшой и представила, что это один из пяти лучших озер мира. Это, мне кажется, не парк был. Нас обманули. Нет. Поехали дальше. Давайте, поехали. Да, поехали. Канада. Поехали. Всем пока-пока. Будьте на связи.
Мы еще будем в эфире. Можем давай, Слава, сегодня. Пока, давай. Все. Следите за нами. Друзья, пока. А вы снимаете сейчас? Да. Пока, пока, пока. Уезжаем, все. Пока, все, пока. Слава, давай, пока. Следующий... пока, пока. Следующая, следующая очередная съемка будет... Белостонском парке. Парке? Должна быть, по идее. Вы должны посетить его или нет? Я думаю, дорога, да. Дорога туда ведет, да? Да. Рядом садитесь. Как она? Давай. Пропусти, вообще есть. Желтая. Не знаю, вчера тут, когда мы там, или сегодня с утра, красный горел такого. Я первый раз. Ну да, там красный точно, ну а здесь желтый. Ну желтый вообще такой. У нас желтый горит всегда так. А я сказал уже, да. А я на видео еще сказал, о, это парк. А я все думаю, что за поле? Не, парк там начал. Что красивый парк, там как поле. Еще лес не было. 25 километров. 25 километров, что это? 25 миль. Да, типа, я так понимаю, это нас ждут. Прямо начнут просто. Ну, они, походу, правильно? Юрий, скажи, Саша. Вон они стоят. Вот они стоят. 25 километров в час можно ехать. Справа, справа. Я вижу, да. Оплата, платить надо за въезд в парк. Да. Prepaid closed. $30 за одну машину. Круто. Причем, а что мы там будем ночью делать? Зачем нам платить? Ночь мы сейчас доедем, да, ночь. Можно годовую за 80 здесь. Поехали. Да, год будет все. У нас получится фотки, видеосъемки хоть? Да, то есть ну, все равно побывать надо, да? Конечно. Приехать. За машину тридцатник или что там получается? Да, $30, да. За приготовьте машину. К тому, у кого есть поблизости. Давай я приготовлю. Или может человеку по 30? Нет, машина. Не, машина. Не, в парках всегда машина. Давай я отдам, Саш, чтобы этого не было. Сейчас много людей отдали, потом ходить, кто сделал, зачем сделал, почему сделал. Надо, надо сесть, посчитать вечером бухгалтерию. Кэштом или кредитка, не знаешь, Юрий? Конечно. Наверняка кэш, да? Не знаю. Да можно и так, и так. Обычно. На, и так, тогда кредитку держи мою, пожалуйста, если что. Да зачем? Мы дали деньги. Кто-то дал уже деньги. Наличные? Нет, наличные. Это я отдал. Наличные? Кому? Подожди, пока придержи, может не надо. Что ты мне отдал? Нет, пусть один уже стоит. Я тебе дал деньги, если они берут кредитку, возьми, пожалуйста, мою кредитку. Если что здесь лежит? Я Банк оф Америка должен искать, чтобы снять деньги. И что ты хочешь, мне пин-код сказать или что? Пин-код там не надо, там пустовчик и все. Ага. Если что, я тебе скажу, там о чем-нибудь спросят. Как часового, блин. Ну, они наличку скажут, наверное. Ну, если скажут, нет, держите, можно и так, ребята, и так. Держите в голове, кто потом, у кого хорошо с математикой, сегодня посчитаемся. Кто за что платил? Да, это такая путаница начинается. Ну, не надо прыгать всем. Кто-то один пусть оплачивает. Есть возможность такая. И один потом будет рассчитывать. Ну, зачем всем прыгать? Ну так уже всегда получилось, так, что нет, кто-то двое платили за еду из двух разных кошельков, я вот за машину платил, все Эдгар за, два раза за бензин платил, вот третий раз, как бы, ну получается, что у Эдгара расходы на машину все идут как раз, два бензина плюс один проезд в парк. Да, да. А мы за хавку тогда так. Как-то потом надо будет все грамотно. Значит, тогда с Эдгаром все рассчитываться, всю сумму, а потом он оттуда отсягнет. Да, он посчитает, сколько Эдгар... сколько он отсягнет оттуда. Свой тотал подсчитай, и потом каждый тебе даст по столько, сколько надо. Да. Также, so, what I was saying, да, и в Латвии там эта школа была в Лепе морских, там то ли лодок подводок, да, там, то ли еще там подводников, там. Да. Вот. И там он, когда на танцы ходил, thank you, с моей мамой познакомился, и там, значит... Затусил, и меня затусил. Thank you so much. Я карту забрал. Have a great evening. Юра, карту отдал. Да. Отдал карту? Да, классные места. О, красота.
елки закупай. Шиповник, смотрите, растет. Тут что у него? Шиповник, я стал на обрыве. Славик, как речка называется? Не знаю. Река Волга. А ты молоток? Мэдисон Ривер. Река Мэдисона. А вот что здесь? Мэдисон. Смотри, камень похож, как будто медведь. Мэдисон, да? Да, да. Мэдисона. Понял. И как странно, эта речка не имеет начала и не имеет конца. Как озеро. Интересно. Только течение говорит, что это никак не озеро. Странно. Как это? Почему ты так думаешь, что не имеет начала и конца? Ну вот, карта. Нет начала, нет конца. А это кольцо, что ли? А? Это кольцо? Нет, прямая. Да? Да. Судя по такому движению, такому движению. Да? Открытый, 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 да? Какой-то фокус. Видео запишешь. Серег, Серег, ты куда писать? Просто погнали. Все нахуй. Пить почему? Давай. Ребята, можно вас попросить? Это пробку стоит? Случайно он выключился? Я выключил. Можно вас попросить вот так вот расформироваться, Серега? Да. Там, а ты сейчас хорошо видишь? Там с этим камешком. Потому что там диоптрии не очень строят, да? Ты четко видишь? Да. У тебя какой речь? Улыбаемся. Погромче делай так. Витя, а ты выключаешь для чего? Стой вот ты там, выключаешь вот автофокус, да? Я для того, чтобы это не сам, да, сам настраиваешь. Так, пойдет, туда я улечу. Юра, Юра, Серега, Юра. А, ребята, смотри, смотрите, что хотите делать сперва. Давай. Мухи, мухи, ух ты! Мухи, смотрим. Комары. А теперь на меня, пожалуйста. О, смотри, смотри, пацан стоит, фоткает все. Теперь в разные стороны, просто своими делами, пожалуйста, займитесь. Быстро заняли своими делами. А где Нью-Йорк? А вон снежные сопки. Красота, ребята. Саша, подойди сюда, пожалуйста, это сопки классные. Мужики занимаются делом. Смотрите, вот сейчас кто фотографирует, вот эта голубая полоска очень красивая. Ребята, а вот снежная сопка как раз, я приближаю полностью, вся в снегу. Фотография классная. Осторожно, ближе подойди, пожалуйста. Ну, пойду там. Смотрите, какой цвет классный. Владимир, не прячься. Камера лучше, чем здесь. О, Саша, хорошие снимки, давай. Слава. Работаем, девочки. Больше секса? Гламур, гламур, гламур. Где веселый детский снег? Где здесь restroom, а? Саша, ты всех захватил, да? Да, как Наполеон. Саша, весь трафик твой. То есть ты его выключал автофокус для чего, когда я тягнулся на пыль, ты хотел открутить, да? Потому что ты когда вот так вот делаешь, да, видишь, он как бы это. Лучше его выключить. Шиповник Соединенных Штатов Америки, ребята. Уникальные кадры. Пробуем. Давай. В этом приближении не придется. Вкусный? Честно отличается от российских. Совсем по-другому. По-американски как-то. На, пробуй. Ага, спасибо. Да, сейчас мы ищем отель. Что-то меня не пускают, что ли? Знаю. Володя, это наша будет третья ночевка, да, в Соединенных Штатах Америки? Совместная! Скоро юбилейная будет! Слава! Да, вы там звездочки набиваете, наверное.
Ты дискредитируешь. Жена такая думает, что там, блядь, поехал с мужиком. Не нужна мне больше никто, да? А мы, может быть, подожди, а может быть, мы не можем парковаться, если мы здесь не живем? Как бы их машина... Так, вот здесь цена двухместного номера. Двухместного номера $221 за двоих. Три трехместных. Три трехместных, вот это было бы идеально, да. 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 Красота. Есть телефон? Я думаю, будет. Здесь еще есть вопрос. Есть ли в отеле телефон? Важный вопрос. Это как место называется? Да, что здесь? Йеллоустон. Йеллоустон, да? Но в парке не знаю. Я знаю, что есть лимузон. Надо их хер, блядь. Будет лимузон. Plus a TV and couch and the shower. Internet? And internet. Yeah. Wi-Fi. So it's two separate rooms, you say? Well, it's one main door. Yeah. It's like here, enter. Yeah. It's like four beds in these rooms. You well, enter basically you pay for one room. Yeah, basically pay for one room. And with the taxes? It's so cheap. It's cheap? Yeah. How much? It's like almost 200. Ooh, it's cheap. But it's probably shite, yeah? Is it? If you wanna go to Hungary. Okay, tell me. Is it better than here or more or less the same? Well, it's pretty much the same. Yeah, one night we have to just lie down, go somewhere for a beer, I don't know. Drop my phone. Which address? Is it walking distance or have to drive? No. How far is it? If you're lazy, no, just drive. Just where we are? Where we are now? Here. Yeah. Okay. So you go to the corner to a stop sign, take your right, pass one block, two, and it's in the corner. They okay. call Yellowstone Country Inn. Yellowstone. So this street here is just this street. Go here, right. Go right. here to okay. the stop sign, take yeah. your right, one, two blocks in the corner. Right. Okay, but our car is parked here in a grizzly in the hotel. We have to pick up because let's go have a look. Are they waiting for us, yeah? So one room for eight, yeah? They have eight beds? Eight beds, thank you. So we want you and nine, one, two of those they have to sleep together. We can buy a deck of cards, pay some cards, one is losing, one is winning, everybody pay for him to stay here on his own. Okay, let's go. Yellowstone Country Inn. Yellowstone Country Inn. Country Inn.